Толкование, значение, сна, курить. Курить во сне по Сонику Миллера. Курить во сне к материальному благополучию, которого вы сможете добиться, приложив незначительные усилия. Ранее вы предпринимали огромные стратегические шаги для того, чтобы достигнуть желаемого. Теперь все будет получаться значительно проще, и вы сами удивитесь, что оказывается так легко может все сбываться. Также сон, где вы хотите курить, может обозначать иллюзии в жизни. Вы не видите реальной картинки и готовы поверить буквально во все, что скажут вам окружающие. Такое положение вещей нельзя назвать контролируемой жизнью. Скорее напротив, вы полностью пустили все на самотек. Необходимо взять себя в руки, настроиться на благоприятные перемены и следовать им. Сильное желание курить во сне говорит о меланхолии спящего. Вас не радует буквально ничего. Все происходящее кажется бессмысленным, неинтересным и самое главное, сейчас вы не готовы положить всему этому конец и начать радоваться жизни. Обратитесь за помощью к друзьям, они смогут направить вас в нужное русло, вы получите заряд позитивной энергии и сможете принять верные решения. Ведь кто, как не близкие, поддержат в трудную минуту и дадут действительно дельный и важный совет. Сонник Фрейда, курить. Кто-то курит рядом с вами во сне и вам это не нравится. Вы окажетесь в обществе людей, которые будут не готовы принять вашу точку зрения. Придется проявить внутреннюю силу и отвагу и постараться дать отпор, ведь ваши суждения имеют право на жизнь. В большей степени это касается профессиональной сферы и необходимости защищать какие-то рабочие процессы. Курение сигарет во сне указывает на опасное увлечение, способное завести спящего в немыслимую ситуацию, где будут риски для здоровья и его материального положения. Не стоит вступать ни в какую сомнительную авантюру, постарайтесь избежать принятия предложения людей, в надежности которых вы не уверены от и до. Вам могут пообещать горы богатства и удовольствий, в обмен на что-то действительно значимое и важное для вас. Не соглашайтесь. Получить свою удачу у вас получится несколько позже, а пока вы находитесь в зоне риска, и не стоит переступать черту, стремясь получить все и сразу. Курить во сне по эзотерическому сонику. Курить во сне, медленно выпуская клубы дыма, указывает на то, что вы сможете извлечь выгоду материального плана, если начнете руководствоваться своим воображением. Наступила пора проявить смекалку и постараться сделать так, чтобы дело, которое ранее приносило вам только удовольствие, сейчас начало приносить прибыль. Курить более толстые сигареты, к умиротворению. Вы найдете для зоны комфорта и спокойствия. Сможете завершить дела, которые ранее тянули вас назад, и наконец-то избавитесь от долговых обязательств. Все, что связано с внутренним равновесием, станет вам по плечу. Самое главное, это проснувшись продумать план действий на будущее, ведь теперь, с более яркими и осознанными мыслями вам будет значительно проще развиваться в том или ином направлении. Не бойтесь, пробуйте, меняйтесь. Сонник Ванги, курить. Курить с другом во сне предвещает долгие и глубокие разговоры, где вы сможете найти истину. Курить с врагом предвещает перемирие, и вы даже сможете по-другому взглянуть на ситуацию. Забудутся старые обиды, и в лице бывшего врага вы найдете вполне сносную личность, которая останется для вас приятелем. Но все подпускать такого человека очень близко не рекомендуется, ведь ситуация легко может вернуться на круги своя. Курить в компании незнакомых людей во сне говорит о необходимости получить дружескую поддержку. Вам очень не хватает человека, который понял бы ваши принципы и интересы и всегда, невзирая на обстоятельства, был бы на вашей стороне. Подумайте, кто бы мог стать таким человеком, не исключено, что кто-то уже тянется к вам с поддержкой и помощью, но вы еще не успели заметить этого спасителя. Курить во сне по сонику мисс Хасси. Видеть курящих людей во сне – предупреждающий знак. Кто-то захочет выставить вас в нелепом положении, где вы окажетесь смешным и некомпетентным человеком в плане своих профессиональных качеств. Это будет спланированное желание, и если вы проявите бдительность, то сможет вычислить будущего обидчика и предотвратить ситуации, и именно этим и стоит заняться в ближайшее время. Прикуривать сигарету другому человеку сулит конфликт с малознакомой личностью, который может дойти в буквальном смысле до драки. Не ввязывайтесь ни в какие ссоры и не стремитесь быть во всем правым. Если вы понимаете, что ситуация накаляется, лучше промолчите и уступите противнику, чтобы не создать условия, при которых вы будете долго жалеть о содеянном. Курящие люди вокруг вас во сне указывают на проблемы со здоровьем скрытого типа.
Вам стоит пройти профилактическое обследование, чтобы исключить любые скрытия заболевания и уберечь себя от лечений в будущем. Чаще всего такой сон указывает на проблемы с легкими и дыхательной системой, а также на головные боли и давление. Берегите свое здоровье.